мой бог! Где все? Эй, алло? Тут кто-нибудь есть? Мне нужно выбраться! Нет, со мной этого не случится! Не позволю! Должен же быть тут хоть кто-то, кто сможет мне помочь! Нет! На помощь! Не хочу, чтобы вы меня забыли! Вытащите меня! Я сейчас сойду с ума! Руки прочь! Ну, хоть проснулась! У меня для вас новое приключение! Вы отправитесь сюда! Что? Но я не хочу! Никто не спрашивает! Нет, стой! Цигель-цигель! Что это за место? Вы должны победить банду Гаммигу. Пожалуйста, используйте для этой миссии наш милый грузовичок и ключ от города. Ключ чёрт мне. Итак, посмотрим, как это работает. Чёрт, догоняют. Ну, погодите. Так, мы уже близко. Отлично. Помни, твоя очередь блистать. Губу закатай. Я тебе не пешка, Джекс. А я и не спрашивал. Будь нашим героем. Никогда не думала, что я настолько гибкая. А теперь застынь, а я их перестреляю. Джекс, на этот раз ты зашел слишком далеко. А ты... Попалась. Ой, ручки коротковаты. Я был не готов. О, надо в следующий раз все просчитать. Я больше не могу. Ребят, помогайте! Да уж, эти парни явно не знают, когда пора завязывать. Позволим скалам поубавить их пыл. Ой, руки длинноваты, промахиваюсь. Да черт! У тебя была одна задача, бездарь. Ты чего? Прости, но оставь это мне. Ребята, пожалуйста, нет. Подождите меня. Вы смерти моей хотите, что ли? Так, вроде тут где-то была типа базука. Погоди-ка, ты чего удумал? Выглядит весьма сомнительно. Ты с ума сошел? Упс, еще проблема. Ребята, ты безумие. Очень плохо. Я не виноват. Ой, нет, осторожно. Ой, проклятие. Уши будет... Я совсем один? Здесь кто-нибудь есть? О, у меня мурашки по коже от этого места. Что это? Это что, наши куклы? Это настоящий я или просто... Что я такое? Черт! Упала на 10 из 10. Ну и где я? Скажи, что я такое! Я не знаю. NPC? NPC? Ты о чем? А раз мамы здесь нет, то ее и не существовало. Это может показаться странным, но это чувство мне знакомо. Да, правда. О, еще ты такая милая. Что? Ну что ты такое говоришь? Мы почти на месте. Все закончено. Наконец-то нормальная, блин, еда. Полезай. Нет, подожди. Что? Мы вообще не из конфет. Но я знаю, кто да. Ключ от замка? Да мне чихать, я вас ем. Лучше волосы рогаты захавай. Что-то не так с моими волосами? Извините, стой. О, ты такая милая куколка. Так, это наводит меня на кое-какие мысли. Слышь, у меня есть предложение, от которого тебе будет весьма непросто отказаться. Ты получаешь ее, мы получаем бандитов. Да, по рукам. Упс, вот так. Нам крышка. Видишь, могла бы и довериться. Заткнись. Слушай, у меня есть идея. Кажется, я знаю, что можно сделать, чтобы выбраться отсюда. Смотри. Ты права, отличная идея. Все в твоих руках. Да, и очень надеюсь, что это сработает. Но если нет... Доверься своим навыкам, ты крутая. Спасибо на добром слове. Самоутверждение, да. Как повезло. Сработало. Нет, тормози. Как там погода, друзьяшки? Мы тебе не друзья, заткнись. Не груби ему, у нас тут ветер и отличный обзор на красавчика. О, ты-то обо мне, спасибо. Не за что. Обожаю куколок. Так, это уже как-то странно, скука. Надеюсь, у тебя все. Помадка, ты в порядке? Миссия выполнена, молодец. Прости. Мы смогли. Рогата, я так по тебе соскучилась. Рад вас видеть живыми, парни. Не возражаете, если я приму душ после столь долгого дня? Наши герои наконец-то вернулись. Как вы хорошо поработали. Не за что. Было весело. Прошу, насладитесь этим местом. Звучит скучно. О, я забыл закрыть ворота. Что ты сделал? Расслабься. Хочешь сказать, что ворота открыты? Еще больше нормальной еды. Он не наелся. Спасайтесь. Нет! Куда это вы собрались? Отпусти! Нас атакует титан! Кайфуйте! Нет! Господи, помилуй! Добро пожаловать к нам! Неплохо! Вы задание выполнили! И попутно завели нового друга! Спасибо, что привела меня сюда. Тут мило. Мне так жаль. К нам пробрался NPC. Скажи пока. Нет, подожди! Гаммигу! Нет, что ты наделала? Что это с ней? Что ж, пока-пока!
Ну все, пора проводить Кауфма. Гамигу, прости. Что? Он был таким Ничего, хорошим другом. Ничего, отпусти это. Но наши друзья будут жить в нашем сердце вечно. Я так больше не могу. Помогите! Гамигу? Нет, не уходи, умоляю, не бросай меня! В чем дело? О, нет! А, я уж думал, умер кто-то важный. Только бурно не реагируй, это просто очередной напись. Миллион таких умирает каждый раз, когда ты моргаешь, помни. Он был моим новым лучшим другом, а ты... Погоди-ка, Джекс? А что это у тебя за отпадный бинокль? Бинокль? О чем ты вообще? Это недоразумение. Что-то тут не так. Джекс, это ты сделал. Говори уже. Я не виновен. За что мне это? Сейчас я расскажу, как все было. Помни, и Гамигу в последнее время сблизились. Сидели, ворковали, словно они встречаются. В общем, хорошо проводили время. И да, мне все это совсем не понравилось. Да, меня обуяла ревность, когда я увидел, как им весело вместе. И я поклялся отомстить. Посмотри на эту звезду. Сияет, как твоя улыбка. А с биноклем еще лучше. У них был отличный день. Отличный, чтобы его испортить. Я дождался удачного момента и заменил бинокль на сладкую парочку роскошных бомб, чтобы этот крокодил выплакал свои последние слезы. Да. Все было готово. О, смотри, помни, опять мерцает. Скорее. Прощай, Гамигу. Был не рад знакомству. Но я не смог подорвать заряд, иначе помни тоже задело бы. Нужно было как-то ее отвлечь. Что? Помни, Гэнгл, нужна помощь. Тушите, тушите! Кто-то поджег мою маску комедии. Я не знаю, что делать. Спаси ее. Гениально. Давай я тоже помогу. Нет, лучше жди здесь, в безопасности. Но я хотел помочь, помни. Не волнуйся, скоро все закончится. Она справится там одна. Что случилось? Чего ты не взрываешься? Надеюсь, не все в порядке. Гамигу. Помни. Я что-то проголодалась от всех этих геройствований. Может, поужинаем? Да какого ж... Это ты виновата, бомба дебильная. Вот тебе! Это я, конечно, зря. О, бинокль. С ним я смогу заметить опасность из далекого-далека. Будь моими глазами. О, как он далеко. Другой стороной надо тупиться. О, нет, опасность здесь. Заткнись. Выбесил меня. Поняли, я не виновен. Котеныш! Прости меня за бомбу, правда. Я не забуду, что ты сделал с моей маской. Я хотел посмотреть в бинокль. Ты познаешь гнев короля. Но погодите-ка. Не смотри на меня Все так. Все ясно. Ты это сделал. Нет, не говори так. Ну, конечно, ты же любишь мочить NPC, а? Вы не ее, а у нее лакричные Что? Волосы. Что? Да нормальные они. Я продолжу поиски, но... А это же дробовик! Это была ты! Все не так, как кажется. Это в сущности не мой дробовик. Мне надоело смотреть на то, как Джекс ребячится с дробовиком, словно безмозглый сопляк. Или я выстрелю. Не пугай меня, я горох ел. Ой, это, кажется, ветер. Это было омерзительно. Не стреляй! У тебя ушей нет. Руки вверх, или я тебя пристрелю. Но я не могу, Джекс, у меня и рук нет. Как ты себе это представляешь? Хватит уже болтовни. Делай, что хочешь, пофигу. Спасибо, Джекс. Руки вверх, я тебя предупреждал. Зачем так грубо? За тем, что мне нравится. Все, Джекс, харе, хватит с пушкой играться. Ты не можешь мне приказывать, вообще-то я здесь твой бог. А, да? Бог неудачников. Подними руки вверх. Не подниму, на этот раз тебе это с рук не сойдет, Джекс. О, нет. Ты все усложняешь. Вечно от тебя прекрати, одни проблемы. Пусти. Ребята, прекратите драться. Это слишком опасно для меня, похоже. Королёр, чего у тебя лицо в смятку? Эй, вы двое, хватит. Это мой дробовик, так что отдай. Стой, это уже слишком. Я тут решаю, что слишком, а что нет. Это типа проверка, давай. Легко. Нет. Что, смелости поубавилось? Дай сюда. С этого момента Джексу дробовик не давать. Рогата, ну что ты рогом упираешься? Отдай. Я дам его тебе, когда ты докажешь, что... Прости, я лох. Итак, вот я и в ярости. Но кто это сделал? Зубл. Это был Джекс. Эй, это клевета. Ты труп. Красотка Рогата. Что ж, я пойду по своим делам. Никуда ты не пойдешь. Ну, если смотреть на общую картину, то Кейн последний подозреваемый. Где? Только без глупых звуков. Стоять! Последний шанс, Кейн, рассказывай, что знаешь! Тихо, ты помни, ну все! Все началось с... Это мой новый друг. Меня зовут Гамигу. Тут NPC, умри! Нет, Кейн, пожалуйста, не убивай его! Не делай этого! Почему ты отнимаешь у меня все, что я люблю? Они заслужили это. Ладно, я постараюсь быть гибче. Это значит... Спасибо, Кейн, стой тут, я тебе кое-что принесу. Круто. Опять экзистенциальный кризис. Мужик, почему ты спас меня? Послушай, я пощадил тебя только потому, что хочу, чтобы ты увидел мои великолепные фокусы. Старайся моргать пореже, ведь мои фокусы так и норовят запутать зрителя. Снова и снова, и снова, и снова! Какая жестокость, он в порядке? Пусть он ответит.
На этот раз меня не засудят. Круто, но что-то тут нечисто. Что ты делаешь? Ты что творишь? Не смотри внутрь! Я просто хочу проверить... О, мой колобок! Обманщик! Это не то, чем кажется. Ну это ж типа магия, так что естественно не то. Ты как что неудачник. Вот как? Ну так я покажу тебе, на что ты неудачник. Нет, не стой! Я больше так не могу! Что я наделал? Кто-то идет, пора валить. Гамику? Так и было, я невиновен. И это, по-твоему, невиновен? Дай сюда! Помни, это опасно! Да, еще как стой! Опасно! Я не убивал его, я просто его усыпил! Что-то не верится, но можешь побеседовать с моими пулями. Чего разорались? Как разморил-то? Что было? Ты жив! А мы тут просто приключенчились. Ладно, пушка тебе зачем? Ну, это долгая история. Да, это карма. Ну, наконец-то болтали. Как скажете. Счастье молодым. Они такие красивые. Властью, которой я наделил себя, я объявляю вас мужем и женой. Поцелуй невесту. Я так долго ждала. Я не знаю, что делать. Целую ее, дурачок. Поздравляю. Ладно, все равно я не виноват в любом случае. О, Джанкс. Что такое? Нет, немедленно остановите свадьбу. Послушайте, ты не должен на ней жениться. Что ты сказала? Не может быть! Что происходит? А, еще одна свадьба испорчена. О, помни, ты все же пришла. Возможно, если ты думаешь, что можешь вот так просто прервать мою свадьбу, то ты ошибаешься. Уходи! Но она же... Да, она безумна. Гунья, и я всем расскажу. Принцесса вздыхала над фотографией Джекса. Она видела, как мы с ним шли, рука об руку. И ее это очень злило. Ты сегодня просто прелесть. Я? О, подожди. Целуй меня, детка. Что? Подожди меня, буквально чуточку. Странно это, ну ладно. Сейчас вернусь, спасибо. Но мой поцелуй. Мой шанс. Отказала. Приветствую тебя, красавчик. Это ты что, флиртуешь? Я не знаю, а ты? Даже не пытайся, я с ней. Вот как? Ну что ж, шутки в твою сторону, потому что твоя ненаглядная злобная уродина. Злобная уродина? Да, она замыслила убить тебя. О, боже мой, и что теперь делать? Вот и я. Гляди, никого не напоминает. Принцесса не могла смириться с нашим счастьем. Она отвлекла нас, указывая в никуда. А сама тем временем подсыпала в мороженое яд. Сладостная гниль. Ой, не обращай внимания, это просто ветер. Чего это она? Какая разница? Ну, держи. Какое-то оно подозрительное. С мятным вкусом. Мое любимое. Ну, ради тебя, значит, она была права? Уже почти. Ой, а то есть не ешь, а не то погибнешь. Кому же верить? Я сама его сделала. Попробуй. Но она... Говорю, не смей. И жизнь недорога. Я буду об этом жалеть. Я... Ох, господи, оно отравлено. Ты знала? Нет. Ты правда хотела меня прикончить? Ничего подобного. Я чуть не поцеловал убийцу. Ты о чем вообще? Ты такой грубый. Не похоже, чтобы она что-то планировала. Ты помни, подожди. Ну, а теперь ты будешь моим принцем, Джекс. Принцем-кроликом? Почему он так меня ненавидит? Я не виновата! Потому что ты уродина. Заткнись! Извини, что помешала дуться, но Джекс тонет в шоколадном бассейне! Джекс, держись! Несмотря на все, что между нами произошло, я ни секунды не колебалась. Я ринулась спасать его. Я плыла так быстро, как могла. А когда, наконец, добралась до него, то поняла, что угодила в ловушку. Серьезно, блин? Опять козни настроила. Что это? Привет! А, на помощь! Держись от меня подальше! Это очень вряд ли. Ну чего ты за мной гоняешься? Чтобы сожрать! Ты поехавший? На всю голову! Только не это! Сдохни, насекомое! Но я сбежала, и вот я здесь. И я восстановлю свою честь. Что? Это все пустые обвинения. Непростительно! Я так рада тебя видеть. Как вы можете так со мной поступать? Я, ваше высочество, принцесса! Я не прощаю такую дерзость! Никогда! Она рассеялась! Ужасающе! Пора уходить! Тебе это с рук не сойдет! Что происходит? Кто следующий? Кто? Я такого... Помоги! Не заслужил! Все! Прекращай! Быстро! Прекращать? И чем же ты меня остановишь? Не думал, что она такая. Иди сюда и сразись со мной! Тебе полагается казнь! Это не я, тут главный злодей! Да! А ну отпусти мою девушку, ты чучело, а не то!
Джекс, нет! Теперь ты, Шут! Неужели мне конец? Да! На помощь! Нет! Да, нет! Жаль, что красавица превратилась в чудовище! Невозможно! Так нельзя! Я принцесса! Конфетные принцессы не умирают! Я ем конфеты на завтрак! Мерзкая лгунья! Вон из нашего мира! О, боже! Джекс, умоляю! Ответь мне! О, нет! Покойся с миром! Прошу тебя, Кейн, сделай что-нибудь! Угу, конечно, помню, сейчас! Не может быть! Почему не работает? Я пытался. О, Джекс, я буду так скучать по тебе! Я никогда тебя не забуду! Люблю тебя! Что? Ты жив? И есть хочу! Чмоков поешь! Он жив! Ого! Не трогай меня, кислотная королева! Это уже мне решать. И я решила порвать тебя. Ведь ты всего-навсего бесполезная официантишка. Ничего подобного. Лучше сразу сдавайся. Нет нужды. Заткнись. О, нет. Ну, ладно. Мне зрелище лучше, чем слуга, стоящий на коленях. Поклонись своей королеве. Промахнулась. Так вот, я сказал, сейчас же! Отныне этим королевством будет править тьма. Подарок загляденье, не так ли? Выпустите меня! Сестра, привет, дорогая. Что у тебя там? Это для тебя. Правда? Ой, ну ты меня балуешь. Обожаю тебя, сестричка. Я так рада, что ты у меня есть. Ой, точно никаких обнимашек. До встречи. Спасибо еще раз. Отлично. Я в курсе твоих делишек. Неприемлемо. Я все расскажу принцессе. Нет, она тебе не поверит. Зуб даешь. Это что, угроза? Глупая шестерка. Слушай, давай поговорим. Еле увернулся. О, блин. Надо всех предупредить. От меня не сбежишь, глупышка. Я должен попытаться. О нет, тупик. Погоди. Последние слова, Орб. Пожалуйста, простите меня. Правильно, извиняйся. Хватит, ты больше никого не тронешь. О боже, ты ее вырубила. Ну же, нельзя терять время, я защищу тебя. Ты крутая. Скорее. Ох, карамельки святые. Куда они делись? Бежим. Вы, я убью вас. Выходите, зефирочки. Все хорошо, только тихо. Спасибо за помощь. Я знаю, вы где-то здесь. Я чувствую ваш уровень сахара в крови. Черт, вниз. Я ее отвлеку, как-нибудь. Я превращу вас в гематоген. Привет, принцесса, я искал, помни, ты ее не видела? Она маленькая и сладкая, как конфетка. Нет, Джекс, она злая. Хм, странно, но ладно. Ваше высочество, что? Давай помогу ее искать. Ты что, я буду донимать королевских особ по пустякам? Я сам пойду и... только не это! Сладость и гадость. Джекс, нам лучше придумать план, иначе все падем. Я знаю. Мы найдем нашу настоящую принцессу и вышвырнем эту отсюда. Уж она-то победит ее. Не трогай нас, пожалуйста. Не волнуйтесь вы так. Я вас и пальцем не трону. Смотрите, мы не хотим умирать. Набью вами пиньяту. Мы обречены. Невозможно. Жалкие бестолочи. Сестричка, кто-то кричал? Я кричала от радости, а это тебе. Ты такая добрая в последнее время. Все для семьи. По крайней мере, они будут вместе. Как будто... Просто волшебство. Вот она. О, нет. Начнем же пир. Думай, помни. Отпустите меня. Прости. Да ничего. О чем вы думали? Ваша сестра чудовище. Да, она превратила королю Рейгангл в сладости. Вы что? Она хорошая. Не торопитесь так. Невероятно. Если вам нужны доказательства, то вот они. Что? Помогите! Чизкейки, кексик. Какая гадость, я не могу. Да я все исправлю. Вкуснятина. Сестра, что ты себе позволяешь? Хочешь кусочек? Это же наши подданные, мне все известно. Именно, она пыталась всех нас съесть. Ты разбила мне сердце, тебя ждет наказание. Нет, на самом деле это ты будешь наказана. Подожди. Ты ложка дегтя. Принцесса, вы в порядке? Буду, когда одержу победу. Слышишь меня? Я не дам ей сбежать. Иди сюда, трусиха, а не то я тебя. Что? Твои угрозы не подействуют. Нет тебе прощения. Как же ты меня бесишь.
Что ж ты такая живучая? Игра окончена, кислинка. Бежать тебе некуда, так что сдавайся. Это совсем не вариант. Потанцуем? Потанцуем? Ты меня с толку больше не собьешь. Это все? Зацени. Как предсказуемо. Так нечестно. Ну теперь это не важно. Остановись! Что? Ты зашла слишком далеко. Я могу двигаться. Это надолго. Сильная ты. Помогите! Помни, ты в порядке? Да. Я еще не закончила. Что? Сделай одолжение. Верни им друзей. А ну быстро. Я уже их съела. Так выплюнь. Да-да-да. Не драматизируй. Мы невредимы! Наконец! Джекс, я так скучала! Мы победили! Ура! Как приторно, фея! Почти готова? Идеально! Такой сладкий, так и хочется его съесть! Это сахар. Он уже тут, я не готова! О, круто! Что делать, что делать? А, знаю! Здорово! Вот видишь, идем поближе! Пошли! Здесь все съедобно! Эта штука! Невероятно! Тут даже горячий шоколад есть! Этого мало? Возьми сладкую вату! Хочешь? Конечно! Но он не замечает меня! В чем дело, принцесса? О, нет, почему киснете? Ну, любовь она такая! Посмотри на нас! Разве мы не идеальны? Ну, там помни! Эта захватчица забрала его! Не плачьте, у меня идея. Я не позволю встать у ее величества на пути. Да даже этот слон конфетный. Прикольно. Привет, дружок. О, какой сладенький. Божечки. Да, я такой. Ох, блин. Эй, что такое? Ты пугаешь меня? Конечно, шоколадный крокодил. Классно. Минутку. Иди, я тебя обниму. Этому не бывать. Помни, осторожно, этот не очень дружелюбный. Прощай. Куда вы побежали? Отсюда! Ты будешь шейком! Он будет мой! Это что сейчас было? Без понятия, но мы оторвались! Куда они делись? Или нет? Вас не видно, но я чую вас. Что будем делать? Думаешь, он нас видел? Почему ему нужна именно я? Как близко! Стоп! Вот бы сработало! Нашел! Кажется, спаслись. Вкусненько! Ты что делаешь? Вспомни! Потише! Так-так, что там? А вот и наши голубки! Вам конец! К лазурному замку! Джекс, а теперь куда? Это была не лучшая идея! От крошки останутся крошки! Прости меня, помни! Прощайтесь, птички, пока не стали молочком! Эй, не сдавайся, сделай что-то! Вот и я! Нас съедят с чаем! Нет, не бойтесь, чай даже остыть не успеет! Успеет? Точно! Вниз! Что? Глазам не верю! Это маленькая! Оставьте это профессионалу! Влепился! Еще как! Ура! Ты спас нас! Теперь... Не за что! Хотя был нереально хорош! Теперь вернись от когтей! Лучший! А что это? Попробуй посмеяться над этим! Опять? Получай! Ты идешь со мной! Нужно кое-что решить! Что за королевство такое? Эй, ты стой! Ты куда собрался, ушастый? В этот раз он тебя не спасет! А где я? Здравствуй. А кто ты? Твой кошмар. Вообще плевать. Плевать, даже если заберу твоего парня. Ты что вообще несешь? Ну да, ну все. Я все. Эй, чего крутишь? Они забрали, помни. Ты и трубочки. Это моя вина. Кажется, я знаю, кто это был. Зайчик, сладкий. Пока, Джек. Как ты, зайчик, красавчик? Давай погуляем вместе. Ты стоишь за этим цирком. Верни мне, помни. Прости, этому не бывать. Ну, я хотел напоследок сделать перед ней это. Что? Я знала. Пойдем со мной. Джекс, это ты? Помни? Пришел. Слава небесам, ты жив. Прошу прощения. Рад, что нашел тебя. Я пришел, чтобы отдать тебе вот это. Все кончено. Что? Да, я не прости, верила. Тебе не понять. Стоп, получилось, неудачница. Моя принцесса. Погодите, второй шанс? Трусливый предатель. Ты заплатишь. О нет, их теперь двое. Думай, Джекс, думай. Нельзя отказывать принцессе. Я должен сделать это и очень быстро. Помни, крепко держи. Ты больной. Верь мне, мы сделаем это вместе. Полетели. Мы из них торт сострим. Как же хочется их съесть! Они наши! Куда они? Потерпи чуть-чуть! Эти двое пожалеют, что хотели нас разделить! Осторожнее! Я поймаю! Что случилось? Конфетка? Заткни свой рот лакрицей, Джекс! Ну же, я просто поговорить хочу! Отстань от них, птичка! Гибл пост! Я внутри! Какого ферзя? Вон! Я не там, дедуля! В этом идиоте получше! Стой смирно, сейчас я! Хороший удар! Сработало! Походу! Что? Получай, паршивец! Упс! Молодец, Гибл! Совсем коней двину! Тоже не ответишь? Король Арстай, помочь! Мне и так нормально! Позвони!
скорую. Но не для меня! Достаточно! Просто дай этому случиться! Сейчас не двигайся! Переборщили! Маньяк! Не волнуйся ты так! Больной! Благодарю! А? У меня к вам предложение. Подпишите здесь, и лучшая в мире работа у вас в кармане. Обещание не пожалеете. Точно! Подпишите! Ну, пойдем! Пожалуйста, мне нужны лучшие сотрудники в мой магазин конфет. Согласны? Нет. Никогда. Последний шанс. Так вы подпишете? Сказал же, нет. Ладно, я пыталась. Только потом не приползайте. Что? Цирковые? Звали принцесса. Королёв! Существо! Он очень голоден. Верни мне. Ладненько, теперь готовы? А премии есть? Замолчи уже. Прекрасно, сейчас же приступим. Кролик, твоя форма. Рукали. А что это? Подходит. Видок супер. Погнали. Джек, куда? Тебе предстоит побить рекорд 0 клиентов. Никого не было, воу! Последний шанс, идиот, удачи! Это твое место, в конце дня эта коробка должна пухнуть от денег. Прекрасно вас понял. Объясни на пальцах. Работа. Нет! Прости, но у тебя контракт. Кажется, тебе нужно помочь. Вот, держи. Класс. Что за нафиг? Помогает с концентрацией. Приступай к работе. Выглядит отпад. Неужели с кассой даже не справишься? Ты хоть читать умеешь? Может, калькулятор? И даже не думай воровать. Как он надоел. Руку прочь. Чтоб стол блестел. Это ж печенька. Как она может? Меня не волнует. Возможность отомстить. Я их отвлеку, а ты беги. Мамочки. Обед. Вот это друг, надо бежать. Она бегает. В мою смену. Я найду Кейна и мы... От твоего перерыва еще 96 часов. На помощь. Я полетел. По заслугам. Рука, ему тоже нужна концентрация. Всегда пожалуйста. Нет, стоп. Готово. За работу. Иначе. Ужас. Вот это запал. За хорошую работу полагается награда. Благодарю. А тут не так уж и плохо. Сколько еще нам тут нужно торчать? Никто не заходит. Никто. Делишки, как спалось? Всю ночь не спали, да? По-любому. Доброе утро. Побили рекорд? Видимо, это не так просто. Он вообще не становится чище. Никто не говорил прекращать. Я просто восхищался работой. Может, забыли записать клиента? Что? Привет, работник. Касса заполнена. Что? Заполнена? Разве что паутиной. Что? Никому не нужна твоя забегаловка. Оу. Может, это не мое. Стойте, я не... Принцесса! Нехорошо. Они ушли. Попытка 2. Быстро. Сейчас или никогда? О, нет. Джекс, свобода! Не уверен насчет этого. Да не волнуйся ты так. У меня есть план. Отвлеки руку, а я сбегу через черный ход. Ладно, сделаем это. Эй, рука! Чего? Я, я думаю, что, блин. Ладно. Ха-ха-ха, идиот. Третий план. Получай! Вот что делаешь. Что? Сработало. Выкрой, вот это! Хватит меня бить! Не так уж и сложно было. Эй, лентяи, забыли меня? А? Со мной так не сможете. Не видать вам выходной. Да тихо ты! Ура! Молодец, коллега. И ты. Может, магазин был плохой идеей? Вы открыты? Я хочу конфет. Святая глазурь! Клиент! Клиент? У нас много конфет. У вас наличка? Я заберу все конфеты. Что? Могла бы и догадаться. Никто не хочет у меня ничего покупать. Да можете все забирать. Нехорошо. Предлагаю взять эти. Замечательно. Да. Хотя бы ему нравится. Давай еще. Оставь другие. Ой. Не бойтесь, босс, все под контролем. Мальчики, вы заслужили повышение. Королёв! Упс, долг зовет. Погоди. Ой. Ой. Ты можешь целиться? Что он сказал? О, может, вон с той повезет. Эй, Джекс, хочешь? Лови. Хватит играть. Ай. Взял. Сейчас попаду. Оп. Нет. Ого, что случилось? А? Не волнуйся. Перестань. А? Отдай это мне. Может, если пришить кого-то, они испугаются. Прощай, кролик. Нет. Нет, как же так? Почему все должно быть так? Почему? Принцесса! Нет! Со всеми жалобами обращаться ко мне! Я менеджер! Вот упизна! Принцесса, зачем вы пожертвовали собой? Почему? Мои сотрудники, вы лучшие! Плак-плак! Уничтожитель, как ты мог? Пора от тебя избавиться! Знаком с моим другом? С кем? Обеденный перерыв! Прощай навсегда! Принцесса! С ним покончено? Я рада, что вы в порядке. Принцесса! Мы сделали все, что могли, правда? А? А?
Ого, так вы тут работаете? Прошу прощения, мне леденец, и я подожду. Наш первый клиент! Держи, самый свежий. Спасибо, тут с чаевыми. Так мало, быстро достань кошелек и дай мне больше. Ну Лан, держи. Приятно иметь с тобой дело. Принцесса, глядите, сколько денег. Мы смогли? Еще не все, смотрите туда. Мы побили рекорд по клиентам. Вы воплотили мои мечты, мальчики. О, нам не сложно, принцесса. О нет, время пришло. Она в лучшем месте. Конфетка, я буду так скучать.